Другое шокирующее сообщение пришло из Павлодара. Там в мусорном контейнере сегодня нашли тело новорожденного. Местные жители сразу же вызвали полицейских. Страшную находку обнаружили в мусорном баке во дворе одной из пятиэтажек. По словам очевидцев, тело было завернуто в одежду вместе с плацентой. На месте происшествия работали криминалисты. В настоящее время проводится досудебное расследование. По данным пресс-службы областного ДВД, внешне труп малыша не имел признаков насильственной смерти. Сейчас стражи порядка ищут мать младенца. Жители ближайших домов тоже гадают, кто мог так хладнокровно избавиться от ребенка. А ребенка забрали, машина скорая стояла, и когда дверь открывали, я видела, что там синий ребенок лежал. А эти дорожники, вот которые убирают мусор, мужчина подошел вот, в желтой безрукавке, вот он рассказывал, подошел, увидел и напугался.